фирмы Джека. Он называется «Гигантский тактильный пазл». Посмотрите, довольно большая коробочка, очень прочная, очень плотная, которая не сломается и долго будет хранить в себе игрушку. Когда вы откроете коробочку, вы увидите 12 крупных деталей пазла. Посмотрите, очень большие детальки из очень плотного картона, которые невозможно помять или согнуть. Он ламинированный, гладкий, то есть он выдержит, ну, любые испытания. Внутри 8 деталек пазла есть вот такие вкладыши в форме животных. И у каждого такого вкладыша есть тактильная вставка, которая очень полезна, она развивает моторику малыша, его тактильное ощущение. И вы можете изучать, как животное говорит, какое оно на ощупь, как оно выглядит. Потом ребеночек учится вставлять в детальки на место каждое животное. Да? Потом мама с папой соберут весь пазл, который размером 70 на 50 сантиметров. И детки будут искать, где какое животное живет, да? Где кому какое место, куда нужно вставить. Давайте мы посмотрим поближе все фигурки. Вот овечка такая с кудряшками. Собачка у нас пушистая, мягонькая. Вот с такой вот шерсткой кролик. Тоже он вынимается, вы видите, да? Так, у нас есть лягушка с гладкой шкуркой. Посмотрите, какие забавные животные, как художники Джека постарались. Кошечка у нас тут есть с мягкой шерсткой. Вот такая вот курочка с перышками. Пчела. И корова. И еще 4 детальки остаются просто для фона, они без вставок.